Давай мы проверим, наверное, какой-то лайтовый сначала мод, работает он или нет в коопе. Иди сюда. Слушай, а может начнем с православной тренировки? Тренировки? Аркаш. 148. 149. Тебе не поможет. Иди сюда. Я все равно сильнее тебя. Ты видел мои мускулы? Дай потрогаю. Да. Я бы съел это с острым соусом. А ты неплохо. Продолжай. Я вроде не понял тебя, по-моему, ты просто... Вопрос. Сейчас ты охренеешь, если ты это видишь. Ты это видишь? Ты это видишь или нет? Можно мне домой? Убери от меня руки! Стой! Да ты убил меня! Да в смысле стой! Боже мой! Что это? Схвати за мой пальчик. Ты, конечно... Ты был мне хорошим другом. Ой, тут есть еще больше. Есть огромный. Не. Пожалеешь. Это он и был. Вот я вот этого взял. Вот этот вот. Ну он же крутой. Сейчас, подожди. Вот я-то беру такого же. Только есть. Только ты ошибся, брат. Только ты большого взял. Да погоди! Не взять этого много. Извини! Слушай! Ты видел я свой орех? Я только от этих, полетов избавился. Я про это и говорю. А что у тебя с лицом, брат? Это по-детски. Положи меня на землю, я затрахался летать. Я тебе лоб не так сделаю. Я как будто с котом играю, который пытается царапаться, серьезно. А ему прививку. Ладно, я поставлю тебе, да перестань. Слушай, зачем эта агрессия? Нет, я так кайфую с того, что у меня нормальный ракурс на экране. Я теперь тоже все вижу. У меня не будет запись такая конченная. Я буду полноценный, с двумя глазами. И у меня все. Ты что такое? Ты меня пугаешь! Стой! Да дай мне свободы, хоть чуть-чуть! Ну залезь! Дай мне пушку одну! Ты пушку мне дал? Что такое, блядь? Все маленькие, вот это вот, как чихуахуа, агрессивные. Я тебя сейчас за палец укушу. На! Вон, калаш, держи. Погоди. Не мешают? Да я просто смотрю. Я взял! Ты не выглядишь опасно. Магазин. Как ты зарядишь его? Как? У тебя ручки... Двумя руками, дотянулись. Не могу, затвор передёрнут. Он дальше, давай я помогу тебе. Это максимальная высота. Ой. Которая позволяет... О, блядь, извини, пожалуйста, ты где? Ты меня убил! Ты где? Извини, я не хотел. Я иду тебе мстить. Нет, я тебе сейчас это... В смысле мстить? Что, говно, хочешь сразиться со мной, а? Я тебе сейчас монтировкой это... Пробью череп. Подойди поближе. Короче, иди нахуй отсюда. Пошёл отсюда, блядь. Пошёл. Ещё ближе, подойди ближе. Да на, ближе, вот. Ближе, подошёл. Ближе. Еще ближе, я не достаю. Еще ближе подошел. Давай, еще ближе, вот, еще. Я еще ближе, я еще ближе, давай, ближе, вот, ближе, я еще. Засал. Чем пахнет? Горькой жизнью. Очень. У меня плохие новости. Вау. Это маленький даст у тебя полный. Я пошел пушить лонг. Попробуй пропушить лог, сейчас. Давай. Надо я хочу на это посмотреть. Сюда. Как в КТ спуститься? Блять. Башка не помещается. Какой спойлер у тебя? Я не могу привыкнуть к твою этому. Мать! Слушай, тут мало места для двоих. Давай, я тебя заебник потяну. Давай. Оставь, я внутри. Ладно. Ай. Ты что? Что будем пушить? Давай пропушим КТ сначала. Ай! Извини. Блять, КСом что-то не то. С КСом что-то не то. Я понял. Просто очень холодно и даст уменьшился. Ты протиснулся? Блин, на самом деле тут... Выхожу. Давай, на Б, вперед. Выхожу. На Б, быстро. Смотри, все видно. Весь мид видно. Охренеть. О, а бэш вообще как на ладони получается, смотри. Да. Ха, офигеть, миниатюра. Я могу просто их какашками своими закидать насмерть. Тише, что с тобой? Что,
Я в порядке. Ладно. В порядке. Выглядело все нездорово. Какой Б маленький, вау. Я в нижний тоннель. Это пиздец, какая плохая идея. Офигеть. Все мелкое, ты где? Ай, ай, ай-яй-яй, я доступный, я слишком доступный. Доступный, я тебе... Стэй, бразер, я сам, амстакт. Я тебе жопу массирую. Ай, да стой, что ты, нет, мне больно, я сейчас здесь сдох. Ты чё, брат? Твою мать, блядь. Сука. А интересно, я бы один справился, я бы клатч сделал? А ну, сделай нам противника какого-нибудь. Противника хочешь, да? На тебе Форда. Вот он играет на сайде. Он недолго играл. Хочется с разбегу и с ноги его ударить. Значит, на я хочу просто его сильно давай кинуть. Я вот смотри, где его заспавню, смотри. Блять, охуенно! Ты его на Титаник отправил. Гонять с друзьями в отряде по виртуальным мирам намного приятнее, чем с рандомами. А почему бы тогда формат сквада не перенести в реальную жизнь и не пользоваться картами одного банка? В этом случае предлагаю присмотреться к карте Тинькофф Блэк. Если пригласить друга до 30 июня оформить карту, то можно получить 1000 рублей. Сгенерируй ссылку приглашения, отправь ее другу, и если он оформит карту по твоей ссылке, ты получишь 1000 рублей и так за каждого. Причем вы вместе с другом станете участниками розыгрыша с призовым фондом в 100 миллионов рублей. Также твой товарищ получит один из гарантированных призов. Например, 6 месяцев подписки Яндекс Плюс или 100% кэшбэк с покупки. Переходи по ссылке в описании, генерируй приглашение, кидай друзьям и получай свою 1000 рублей. Ваше здоровье. Это стол? Это стол. Ой, надо чем-то занюхнуть. У меня лысая башка. Спасибо. Спайдермен? Спайдермен! Человек! Но! Я не могу тебя схватить, да? Нет! Да всё! Я проверяю! Да и ладно, нет там. Бери свое вот это вот, перезагружай систему свою, ёб... Терминатор! Да, придется игру перейти. Давай! Ты понимаешь это? Ты понимаешь это? Человек-паук, я сейчас покажу тебе, как... Не-н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 е, оставь это дело! Я не успел, я не успел! Оставь, я тебе не дам! Нет, 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 что за ротарно подходит? Не то, блядь! Пошли за гаражи! Сука! Большой шарик очень! Подожди, верни предыдущую, пожалуйста. Верни предыдущую, пожалуйста. Женщина? Да. Ты опять похотливый. Не, умоляю, никакой похоти. Никакой похоти, пожалуйста, просто хочу между тебя, пожалуйста. Между тебя хочу. Мама, ёбаный в рот. Но это только рай. Как младенца. Да ща, да за бошку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Опа. Грудь. За вот таз это... хочу тебя схватить, ты все видел, погоди. Поднимай меня. Такие ручки. Такие. Соскальзывает, погоди. Нужно. Нет! Вот все не так! Получается. Да не хочу! Не хочу! Роберт! Я же тебе говорила, что наша мама трахается с нашим братом. Это плохо! Это плохо! Плохо! Извини, что не поверил тебе с самого начала. Ох, какой ты... В каком ты положении? Уязвимом. Иди. Блин, у меня пи***а нету. Да, тут и мозгов не думаю, что много. Там сухой орех остался, скорее всего. Я могу тебя, как ты женщина, на печку убить? Ты... Стус, блядь, ты чё, ты хочешь побиться скелетом? Это же легко. Слушай, я хрупкая женщина. А так легко. Сука. Смотри, хочешь фокус? А, хочу фокус. Мари. Да охренеть. А? Как тебе такие фокусы? Хочешь фокус? Да. Алло. Что? А! Сердце! Это Боунворксовская карта? Да. Ты заспавнился, да? Да, естественно, я... Ура! Эта карта работает!
животные. Я еще я какие-то полосы препятствий прохожу. О чем? Вот, пролетая налево и прямо. Сквозь сферы и мониторы. Вот он ты. Та-да! Спортзал! Спортзал! Нет, дай я тебе покажу, как этим орудовать. Смотри, осанка превыше всего. Нужно уметь держать. Послушай меня, стой, не перебивай. Ты понимаешь, что я инструктор? Вот так вот берешь, аккуратно, аккуратно поднимаешь, вот так вот. А потом... я на сегодня все, я домой. Ты какие таблетки пил? Которые прописали или другие? Я люблю спортзал. Люблю. Ты чуть не убился об штангу. Я хотел симулировать ситуацию, где тебе падает штанга на голову. А зачем? Извините за вопрос. Слушай, ну мы должны быть готовы к любым жизненным ситуациям. Вот так, аккуратно. Тихо. Нет, ровно. Тихо. Над собой, не так. Тихо. Ты под углом, Герман. Тихо. Ты под углом. Вот так вот. Блять, в мою смену опять ёбаные ракеты. Ой, помогу тебе. Папа с мамой нету дома. Папа с мамой нету дома. Я тебя насилую. Я помогу тебе, брат. Я помогу. Я тебе сейчас... Что с моей рукой? По руке. Ай! По руке. Закройте, пожалуйста. Сиди здесь. Слушай, мне нормально здесь. Сейчас ты охуеешь с прихода, блядь. Это точно хорошая идея. Я все. Поехали. Так, надеюсь, только подожди. Я уже. Я не успел скин поменять. В смысле, маленьким сделаться. Что сейчас будет? Ну ты так таким же заспавнился, когда мы в прошлый раз спавнили. Нет, я спайдерменом был. Нет, это был в ходе. Вспомни, как ты еле помешал. Спайдерменом я был здесь, дубина. Вот говорю, спайдерменом был. Ты меня только заставляешь улыбаться, потому что я отчетливо помню, как ты заспавнился вот таким. Так же стоял и что-то искал свою ручку и сделал себя спайдерменом. У меня все. А давай поспорим. На что? На эту карту. На эту карту я спавнился с спайдерменом. Давай, на что? На 1000 рублей. Изи баб, давай. Поехали. Ай! Башка, блядь! Извините, ты меня покачал. Здесь появится сейчас футаж. Та-дам! Я бы как ты переводишь мне косарь. Слушай, я четко помню, как ты так. Слушай, у тебя есть. Что ты? Я вижу соплю в твоем. Я тебе твою руку. У тебя нету. У тебя. Прекрати орать! Дай мне сказать, сука! У тебя нету. Умереть легкой смертью. Пожалуйста. Сделай это быстро. Смерти не выдай мне. Переводи мне. Сейчас все силы. Я обкакался. Судя по всему, я тоже. Но самое главное, что я наконец-таки это закончил. Господи, 3 дня монтажа. Знаю, сегодня вторник, вот и считайте, что у вас бонусное видео. Поэтому увидимся уже в воскресенье. Всем пока. Я хочу тебя придушить. Зачем насилие? Я не знаю, хочешь. Я же дружелюбный сосед. Без последствий. Я дружелюбный сосед, который дружелюбно сосед. Что ты подмал? Извините. Говорил.